Итоги переговоров Владимира Путина и Эммануэля Макрона на первых страницах мировых СМИ. Журналисты обращают внимание. Лидеры постарались использовать эту встречу для налаживания отношений между Москвой и Парижем. Подчеркивается общая позиция президентов двух стран к вопросам безопасности и борьбы с терроризмом, самым острым в мировой повестке. В прессе подмечают все детали, которые важны на переговорах такого уровня. Больше слов на пресс-конференции говорит прогулка двух лидеров по галерее битв. Разве мог больше польстить президент Франции президенту России, пригласив в Версальский дворец и связав приглашение с 300-летием визита Петра Великого? Французский лидер и Путин обменялись радушным деловым рукопожатием. Они улыбались, когда последний вышел из своего лимузина, а Макрон, по-видимому, сказал ему «добро пожаловать» на французском языке. Официальная часть первой встречи Эммануэля Макрона с Владимиром Путиным была искренней и открытой. Они обсудили Сирию, Украину и множество других тем.